Добрый вечер, дорогие друзья. Сейчас краткий анонс завтрашних тем и горячие темы, которые накопились на текущий момент. Первое. Саудовская Аравия увеличивает добычу и не хочет ни с кем разговаривать. Она пока игнорит рекомендации Америки и не хочет разговаривать ни с Россией, ни с Америкой по поводу того, чтобы понижать добычу. Поэтому она увеличивает добычу до 12 миллионов баррелей и, соответственно, отправляет ее в Египет, как мы сегодня говорили. Так что смотрите сегодняшнее видео по нефти. Также у нас будет вырезка по нефти. Кому удобно, большое видео можете использовать, а кому хочется кратко посмотреть тоже. Соответственно, вторая тема будет у нас про пандемию, про карантин. И вот как мы видим, США планирует вот такое развитие пандемической инфекции, да, коронавирусной, и до 3500 смертей, возможно, будет в Америке. Посмотрим, сколько смертности и сколько, возможно, вообще человек может умереть людей по всему миру и сколько человек вот сейчас умирает. Интересная новость буквально только что подоспела. Американцы по некоторым источникам говорят, что Китай скрывал объемы, и вот этот грузовик с 2500 урн, возможно, пепла, как некоторое доказательство того, что в Китае намного больше было смертей, нежели вот как они говорят. Потому что мы по примеру Италии видим, и Америки, они более открытые. Мы знаем, что тела сжигались вот на таких заводах, и вот около 2500 урн только в одном грузовике, а водитель говорит, что он ездил несколько раз. Вот такие источники интересны, мы завтра об этом поговорим. Ну и последняя тема — это безработица, поэтому подключайтесь завтра после часа и будем в прямом эфире говорить про темы дня. Всего хорошего вам, удачных инвестиций.